сделаем мне крылья! Мы превратим меня из пикапа в сокола-чудо-машинку! Сначала сделаем хвостовые перья. Они нужны, чтобы рулить в полете. Чтобы сделать эти перья, крикни: «Хвостовые перья! Хвостовые перья!» Теперь нужны когти, которыми можно хватать. Чтобы сделать когти, крикни: «Когти! Когти!» И, наконец, самая важная деталь – крылья, чтобы летать. Чтобы сделать крылья, крикни: «Крылья! Крылья!» О, да! Теперь я сокол «Чудо-машинка!» У-ху! Ух ты, вспыш! Ты летаешь! О, да! Садитесь! Нужно спешить, чтобы успеть к линии старта! Отлично! Да! Небесная гонка! Мы летим! Сокол! Летим! Сокол, сокол, животного нет быстрей! Так обтекаем моего тела! Когтями он хватает смело! Отлично видит днем, рулит своим хвостом. Сокол вперед летит, да! 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 Взгляни, как он летит, по небу быстро мчит, пикирует он вниз, ведь он быстрее всех птиц. Да! Сокол, сокол, животного нет быстрее. Сокол, сокол, о, да! Гонщики, готовьтесь! На старт! Внимание! Взлет! Да! О, да! Шикарно летишь, друг! Ты молодец! Хо-хо, так и знал! Никто не может меня обогнать! Ведь я грома! Что? Стоишь впереди меня? О, нет, нет, нет! Я не дам ему победить! Хо-хо! Смотрите, он почти на финише! Вперед! Мы сможем его обогнать! Нужно применить суперскорость и полететь быстрее! Да! Чтобы придать мне суперскорость, крикни: «Гони!» Гони! Да! Победа! Победил Сокол Вспыш! Он выиграл небесную гонку! Да, Вспыш! Ха-ха! Ура! Отличный полет, Вспыш! Спасибо, ребята! Эй, ты! О, это Громокрыл! Я хочу тебе кое-что сказать! Поздравляю! Ты просто потрясающий летун! Спасибо, Громокрыл! Эй, ребята! Мы хотим полетать! Хотите с нами? Еще бы! Да! Мы сразу за вами! Отлично! Подождите меня!
Звездные гонщики, запускайте ракетные двигатели! На старт! Внимание! Запуск! Три-два раз, ключ на старт, разгонись! И на орбиту! Это космос! Среди звезд полетим впереди! Много открытий! Вспомним через космос, космос, мы без звездной гонки. Космос, космос, летим быстрее, чем у света, мы до финишной черты. Космос, через космос. Меня кто-то боднул! И нас боднули! Зузу! Нас всех боднули эти звездные большероги! Ой-ой! Это плохо! Нам не добраться до финиша, если не пролетим мимо большерогов! Не волнуйтесь, друзья! Мы одолеем этих большерогов! Да! Нам надо маневрировать, и тогда они не смогут бодаться! Для этого нужно ускорение! Сейчас двигатели создают ускорение, и мы летим вперед! Но если поворачивать двигатели, ускорение будет смещать нас или вверх, или вниз, или в любую сторону, куда мы захотим! Скорее! Изменяем направление! Здорово! Отличный маневр, Вспыш! Ну, вперед, друзья! Все за мной! Помогите найти звездных большерогов, чтобы мы успели увернуться! Увидите звездного большерога, скажите: «Звездный большерог!» Звездный большерог! Повернуть двигатели! Прекрасно используйте ускорение! Остался всего один большерог. Помогите найти его. Увидите последнего звездного большерога, скажите: «Звездный большерог!» Звездный большерог! Повернуть двигатели! Ура! Отличное маневрирование, Эй-Джей! Чудесный полет, космический Вспыш! И смотрите! Видите ту планету? Там находится финиш гонки! О, нет! Крушила почти на финише! Я выиграю звездную гонку и стану чемпионом галактики! Я звездный Крушила! Чтобы придать мне и нашим друзьям суперскорость, скажите: гони! Гони! Я так близко. Осталось только сделать селфи себя победителя. Скажу: си. Мы победили! Мы справились! Мы выиграли звездную гонку! Ну что ж, гонка окончена! Но наши корабли все еще при нас! Да! Что скажете, если полетаем вместе еще раз? Согласна! Полетели! Вспомним через космос, космос, летим быстрее, чем у света, мы до финишной черты. При
приготовься к мощному взрыву! Сгоранию! Отлично! Мы справились! Нужен еще всего один выстрел из пушки! С малым зарядом для сгорания мы приземлимся здесь. А с большим зарядом мы приземлимся здесь. Какой заряд нам нужен, чтобы попасть на берег? Малый или большой? Большой заряд! Да! Поехали! Последний большой взрыв и... сгорание! Лагуну крокодилов! Точно! Это был настоящий взрыв! Давай! Перед нами пиратский пик! Ух ты! А он крутой! Нужно как-то попасть на вершину до того, как вернутся большероки! Эй! Знаешь, как туда можно добраться очень быстро? На ракете! Да! Ракеты используют сгорание, чтобы делать сильные взрывы, которые подбрасывают ее высоко в воздух! Отлично! Я ракета... Чудо-машинка! Чтоб мне лопнуть! Ты же и впрямь ракета! Ой-ой, это пираты-большероги! Они вернулись! Скорее, поспешим со взлетом! Еще до начала сгорания 5 секунд. Считай с нами. Начнем с 5. 5, 4, 3, 2, 1. Сгорание! Теперь мы можем забрать сокровище. Согласно карте, сокровище зарыто под большим крестиком. Точно! Там же всегда ставят крестик. Крестик должен быть где-то здесь. Где ты видишь крестик? Да, вот он! Ха-ха! Сокровище закопано прямо под ним! Давайте копать! Придумал! Используем суперскорость, чтобы откопать сокровище супербыстро! Чтобы я начал копать супербыстро, крикни: гони! Гони! Смотри, это сокровище! Мы нашли его! Откроем его и посмотрим, что внутри. Хорошо. Открываем. Ух ты! Ого! Класс! Выхлоп! Оно превращается в огромный гоночный трек. Ух ты! Потрясающе! Сокровище для гонок! Пасть акулья! Это же золотой трек! Вперед, команда! Давайте прокатимся! Да! Сделаем это! И на старт! Внимание!
я здорово проголодалась. Мой живот так бурчит. А, секунду. Это не мой живот. Волсики, берегись, коровка! Все в порядке, коровка. Я тебя держу. Вспыш, берегись! Ой-ой, старлые коровы оказались на другой стороне. Бедная коровка. Мы должны вернуть ее назад к семье. Я знаю. Используем воздушное течение, чтобы перелететь обрыв. В воздухе есть течения, такие же, как в воде. Сделаем машинку, которая сможет летать. Мы сделаем дельтаплан. Круто! Ну, держитесь, мы полетим по воздушным течениям! О-хо-хо-хо, да! Отличный вираж, Вспыш! Болтики, это не теплые потоки воздуха, это холодные потоки! Ой-ой! Холодный воздух бросил дельтаплан вниз. Но теперь мы летим слишком низко, чтобы добраться до того края. Помоги найти теплый поток, чтобы поднять дельтаплан выше. Когда увидишь поток красного воздуха, кричи: «Теплый воздух!» Теплый воздух! Отлично! Теплый воздух поднял нас выше. Но нам нужно лететь еще выше, чтобы отвезти коровку к ее семье. Когда увидишь поток теплого воздуха, кричи: «Теплый воздух!» Теплый воздух! Лети вверх! Мы почти на месте, коровка! Нужно подняться еще чуточку выше. Когда увидишь поток теплого воздуха, кричи: «Теплый воздух!» Теплый воздух! Следуйте за нами! Что такое, коровка? Это ранчо Старлы! А вот и хлев! Да! Добрались! Ладно, коровки! Готовы увидеть новый дом? Ну, тогда прошу! Вау! Да! Хлев – идеальное место для коров. Эй, коровка, тебе здесь нравится? А так она говорит спасибо. О, да не за что, коровка. Вспыш, смотри, вон наш парус! Болтики! Его уносит прочь! Вперед! Нам понадобится вся ваша помощь, чтобы поймать парус! Что же нам делать, огурчик? Нам никогда не найти другого паруса! Никогда! Вот еще!
Но это парус Вспыша. Ненадолго. Поехали, Огурчик. Мы поймаем этот парус и повесим на нашу лодку. Я сомневаюсь, что это хорошая мысль. Смотрите, вон наш парус. Его несет прямо на вершину горы. Я его достану, О, нет! Крушила хочет забрать наш парус. Вам нужно добраться до вершины раньше него. Эй, я знаю! Мы доберемся до паруса супербыстро, если используем силу ветра. Вот воздушный змей. Сила ветра поднимает его высоко в воздух. Построим воздушного змея, чтобы полететь и забрать парус. Во-первых, нужен якорный трос. Это длинная веревка, которая держит и направляет змея. Чтобы сделать трос, скажи: якорный трос! Якорный трос! Отлично! Теперь нужна катушка, чтобы управлять высотой полета змея. Чтобы сделать катушку, скажи: катушка! Катушка! Чтобы придать форму змею, нам нужна рама. Скажи: рама! Рама! И, наконец, самое важное. Нам нужна бумага, чтобы ветер мог поднять змея. Скажи: бумага! Бумага! Посмотрите, теперь я летающая чудо-машинка! Ого! Ты сделал отличного змея, Вспыш! Спасибо, ребята! Теперь хватайте катушку! Этот змей готов к запуску! Ого, да! Сработало! Ветер поднимает тебя выше! У-ху! Да! Отличный полет, Вспыш! Наконец-то! Парус Вспыша станет моим! О, смотри! Это воздушный змей Вспыш! Вспыш, что? Ау! Парус теперь у нас! Отлично! Так, ребята, спускайте нас! Ага! Великолепно! Спасибо! А теперь давайте поставим этот парус на лодку и вернемся домой! Наш парусник готов! Отличная работа, Гэби! Да! Теперь мы можем плыть обратно в город Ось! Знаете что, тугодумы? Я починил свою лодку первым! Крушила, твоя лодка, кажется, еще не готова! И это вовсе не парус! Это же просто штаны! Да! Моя лодка самая лучшая! Она первый класс! Разве что она, похоже, тонет! Тонет? Быстрее! Надо им помочь! Так точно, капитан Вспыш! Вот! Хватайтесь за круги! Ура! Вспыш спас нас! О, Вспыш, ты мой герой! О, спасибо, спасибо, спасибо! Пожалуйста, Огурчик! А теперь поплывем обратно в город Ось! Плывем домой! Отлично! Что ж, теперь я могу хотя бы расслабиться! Да? До конца пути тревог никаких! Крушила, посмотри на эти облака! Такие интересные формы! О, посмотри на это! Оно похоже на усы! Что? А это облако немного похоже на огромные очки! Это точь-в-точь, как курица! Курица? Я не хочу летать в облаках! Я хочу спуститься! Да, все хорошо, Крушила! Вспыш и Эйджей спасут нас! Ты правда так думаешь? О, конечно! И если повезет, они спасут нас даже до того, как мы врежемся в... О, это...
О, нет! Это огромная мерзкая свалка мусора! Вспыш, смотри! У Крушилы и Огурчика очень большие проблемы! Нам нужно как-нибудь подпрыгнуть и поймать их, пока они не врезались в помойку! Эй, я знаю! Сделаем тренажер-кузнечик! У него внутри установлена очень мощная пружина! И когда давишь на пружину, она толкает тебя и высоко подбрасывает. Отлично! Я тренажер-кузнечик. Чудо-машинка! Ого! Выхлоп! Нужно спешить! Они приближаются к мусорной свалке! Эй, залезай! Тренажер-кузнечик! Ого! Этот парень очень прыгуч! Быстрее! Мы почти в этой куче мусора! Чтобы догнать эту ракету, мы должны прыгнуть еще раз 10. Считай прыжки с нами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это вспыш! Запрыгивай! Отлично! Ты прыгучий вспыш! У них получилось! Вспыш и Эй-Джей спасли нас! Да, спасли! Круто! Эй, мы можем теперь спуститься? О, стойте, я кое-что придумал. Теперь, когда Крушилы и я спасены, можно вернуться на ярмарку и еще поиграть. Отличная идея, Огурчик. Держитесь за меня, я допрыгаю назад в момент. Что? Что? Ты сейчас сказал что-то о прыжках? Выиграл! Ура, Зего! Да! Давай 5! Ого! Разве не здорово, Крушила? Все выиграли! О, да? Но я же все равно главный победитель! Я выиграю в этой игре! Смотри! О-хо-хо! Почти! О, почти! Так близко! О, чуть левее! Нет! И снова промах! Кажется, в последний раз ты почти попал! В этой игре не победить! Ну, всегда побеждать невозможно! Ого! Вспыш, смотри! Вон озеро грязи! А вот и Зэк! Зэк все еще застрял! О, нет! Надо поспешить и вытащить Зэка из грязи! Точно! Используем суперскорость, чтобы добраться туда супербыстро! Чтобы придать мне суперскорость, крикни «Гони!» Гони! Вспыш! Эй, Джей! Держись там, Зэк! Сейчас мы тебе поможем! Вспыш! Как же мы доберемся до Зэга? Мы не можем ехать по грязи, иначе мы застрянем, как и он. Я знаю. Мы можем изобрести решение. Нам надо представить, как можно добраться до Зэга, не касаясь этой грязи. Вспыш!
А что если у тебя будут большие крылья, как у автодактилей? Тогда ты сможешь долететь до Зега и вытащить его. Да, придумаем, из чего сделать крылья, чтобы я мог летать, как эти автодактили. Для изобретения нужен каркас, который придаст форму крыльям. Чтобы сделать каркас, крикни: каркас! Каркас! Класс! Теперь крыльям нужна сверхлегкая пленка. Сверхлегкая пленка отталкивается от воздуха и дает лететь. Чтобы сделать ее, крикни: сверхлегкая пленка! Сверхлегкая пленка! Я чудо-машинка! Автодактиль! Классные крылья, Вспыш! Давай их испытаем! О-хо-хо-хо! Я летаю! Отлично! Изобретение работает! Вперед! Давайте вытащим Зега! Зег! О-о! Пузыри грязи! Стоп! Он сейчас сказал «пузыри грязи»? Оу! Ой-ой! Нам надо держаться подальше от этих липких пузырей! Помоги облететь их, чтобы меня не задело! Увидишь пузырь грязи, крикни: «грязевые пузыри!» Грязевые пузыри! Классный вираж! Готовься! Сейчас полетят пузыри! Когда увидишь их, крикни: грязевые пузыри! Грязевые пузыри! Грязевые пузыри! Грязевые пузыри! Грязевые пузыри! Грязевые пузыри! Вспыш, гляди! Зэк как раз под нами! Эй, Зэк! Хватай! Вспыш, ты летаешь? Теперь Зэк тоже летает! Мы справились, Зэк! Ты спасен, друг! И смотри, там внизу твои друзья-динозавры! Привет, друзья-динозавры! Зэк счастлив, что он вернулся! Спасибо Эйджию и Вспышу! Они спасли Зэка! Да не за что! Привет, светлячки! Оу, здравствуйте! Мы сегодня решили вывести на прогулку яйцо! Разве это не чудеснейшее яйцо во всем мире? Ну, конечно! О, это яйцо светлячков светится! Мы так ждем, когда он вылупится! Пути-пути-пути! Сегодня такой ветер! О, нет! Наше яйцо! Не бойтесь, светлячки! Мы спасем яйцо! Яйцо должно быть где-то здесь! Помоги найти его! Наше яйцо тут? Нет, посмотрим в другом месте. Наше яйцо тут? Нет. А может, яйцо там, наверху? Да, вот оно! Оно на крыше здания! Ой-ой, как же мы заберемся так высоко? О, у Зэга есть идея! Кузнечик Зэг допрыгнет до яйца! Да! Кузнечики – отличные прыгуны! В их задних лапках сильные мускулы, и когда они отталкиваются, то прыгают очень высоко!
Нужно найти, на что может запрыгнуть зэк. И тогда он сможет допрыгать до самого верха. На что зэк может прыгнуть? Эй, смотрите сюда! Я могу вам помочь! И я тоже! И я, ребятки! Это чудесно! Зэк, эти гусеницы помогут допрыгать до верха! У-у-у, славно! Готовьтесь, гусеницы! Вот я, кузнечик зэк! Мне щекотно! Спасибо тебе, гусеница! Превосходный прыжок! Ух ты! Летите, ребятки! О, нет! Куда же зэгу прыгать? Скорее! Поможем зэгу найти еще одну гусеницу! Где ты видишь гусеницу? Да! Вот она! Спасибо! Не за что! Где ты видишь еще гусеницу? Верно! Зэк! Да! Мы справились! Отличные прыжки, зэк! Было весело! Спасибо вам, гусеницы! Да не за что, здоровяк! Рады помочь! Вперед, ребята! Яйцо укатилось в ту сторону! За мной! Шиповые они малы, но могут все они. Шиповые, посмотри! Грудь у них голова и еще брюшко, а тело из хитина, как броня крепко. Бабочки, цветы могут опылять, а муравьи огромные вес поднять. Насекомые они малы, но могут все они. Посмотри, насекомые, что по щущаве антенны есть и лапок шесть. Плести, нести, гнездо построить в одиночку или роя. Они малы, но могут все они. Посмотри, насекомые. Вот они! И они привезли яйцо! И как раз вовремя! Смотрите! Наше яйцо трескается! Мама! Папа! Такой милый! Это наш малыш! Мы счастливы, что ты наконец с нами! Зэк, Эйджей, Вспыш, спасибо вам за помощь! Он запомнил имена! О, мы тебя любим, крошка-светлячок! Ути-бути-бути! Крушила, огурчик, что случилось? Офицер Анна, произошло что-то ужасное! Наши леденцы, они исчезли! И мое печенье пропало! И моя шоколадка! Пропали леденцы, конфетка и шоколадка? Что здесь произошло, офицер Анна? Похоже на то, что кто-то украл все эти сладости. Украл? Но кто? Самый главный преступник-сладкоежка во всем мире – воришка конфет. Именно чудо-машинки! Воришка конфет меня зовут! Все сладости я ворую там и тут! Ого! Быть не может! Смогли отыскать! О, пора схватить сладости и быстро сбежать! Она улетает! Она съест все наши сладости! Конечно же нет! Потому что я поймаю ее с помощью моих лучших помощников Вспыша и Эйджея! Рассчитывайте на нас, офицер! Ну что, офицеры полиции? Вперед! Офицеры! Получилось! Собрала! Наконец-то я здесь! И раз уж я дома, пришло время есть! Ой-ой, они хотят сласти! Но я не дам их забрать! О, хорошо, что здесь мишки! Пора им вставать!
воришки должен быть на вершине этой горы. Наконец-то мы сможем вернуть все сладости, если, конечно, не натолкнемся на... медведей! Сюда, офицер Анна! Надо же! Воришка разбудила медведей! Вот бы узнать, как нам снова их всех усыпить! Эй, я знаю, как выяснить это! Полицейский компьютер, покажи нам данные! Сколько здесь галочек? Две, да! Галочки стоят и под игрушкой, и под подушкой! Значит, мы сможем усыпить его только двумя предметами! Приготовиться! Мягкая игрушка! Подушка! Там воришка конфет! Все на тарелке, все сладости здесь! И теперь, наконец-то, я могу их съесть! Она вот-вот начнет их есть! Надо сейчас же все у нее забрать! Я включаю полицейскую суперскорость! Чтобы придать мне и Анне суперскорость, скажите: гони! Гони! Но твоим кражам сладостей конец! Вы все заберете, еды больше нет! Эти конфеты, они мой! Обед! Обед? Но, воришка, сладкое на обед есть нельзя! Да, от этого будет болеть живот! Но ты можешь съесть что-нибудь полезное! Возьми яблоко! Вы правы, а я так ошибалась! Полезная еда – это мило! Я чувствую бодрость и силу! Ура! Ты молодец! Так и надо питаться! С этого дня я обещаю, что не буду красить!